Поехали. Начинаем делать жим. Сотку, надеюсь, толкну сегодня. А как пойдет, так пойдет, пофиг лучше. Ну, в любом случае, меня видно на этой лавке. Сейчас даже следующий. Два, три лучше. Во, вот так нормально будет видно. Вот 60 килограмм висит сейчас. Что мне кажется, что он болтается, как сопля, какая-то хоревая. По десяточке, это будет 80. Это будет у нас 80 килограмм. Это будет моя футболка, аниме. Вот ее. Они ничего не разминался с утром первым просто. Так что я сегодня супер суразвитый получил. Даже разработал на отца. Свои пить будут ничего. Так что пойдет. Может, все еще пытаться. Прямо за эту фигнюшку. Ну, все разом, фигня. Сейчас соточку, как обычно, я повесил. Мой вес составляет 85 килограмм. А не, 84. Да, мой вес составляет 84 килограмма, но при этом я все равно сотку пожму. Попробую 105 еще пожать я сегодня.
А, стал 9, потом тоже. Ну, я уже здесь. Снимаем с помощью моста в плохие лошади. Я, короче, не буду больше сотки пробовать. Сейчас еще другие детальки запишу в видосиках.